Урок 4. Типы обследования. Сеанс биоуправления. Перед началом тренинга участнику необходимо несколько минут посидеть спокойно. Это успокоит сердцебиение. Подключите прибор к USB-порту. Нажмите кнопку «Обследование». У нас открывается окошко типа обследования. И выбираем «Начать сеанс биоуправления». У нас откроется выбор режима тренинга. Здесь мы можем выбрать сложность тренинга и длительность записи. Нажимаем кнопку «Продолжить». Открывается окно регистрации сигнала. Наденьте датчик клипсу на мочку левого уха и найдите положение, при котором регистрируется наиболее сильный сигнал. Кликните на кнопку «Начать запись». Через 5 секунд таймер записи будет включен. Через 15 секунд автоматически произойдет переход к режиму медиа. В левой части экрана находится рисунок розы. В правой части экрана находится график, на котором отображается изменение ритма сердца. Яркая голубая горизонтальная линия в центре графика обозначает средний уровень частоты сердечных сокращений, вычисленный программой во время первого мониторинга, того самого, который длился 15 секунд. Этот график несколько напоминает стакан с водой. Во время сеанса биоуправления уровень воды постоянно меняется, отражая изменения длительности сердечных сокращений. При увеличении длительности сердечного цикла уровень растет, а при сокращении длительности снижается. Снижение уровня свидетельствует о мобилизации, то есть о напряжении, а увеличение уровня – о релаксации. При росте внутреннего напряжения происходит сворачивание цветка в бутон, а при релаксации происходит распускание цветка из бутона. Чем больше удастся распустить цветков, тем лучше. Мы рекомендуем стремиться распускать 10 цветков за 3 минуты. В верхней части экрана есть счетчик выращенных цветков. Во время сеанса биоуправления можно смотреть как на цветок, так и на колебания уровня воды.